российской пожарной службы начинается с 1649 года, когда царь Алексей Михайлович издал наказ о городском благочинии, где подробным образом описывался порядок тушения пожаров в Москве. Первые профессиональные пожарно-спасательные службы появились при Петре I. Тогда император дал поручение беречь от огня богатство государства российского. Приказ действует до сих пор. 30 апреля 2019 года исполнилось 370 лет пожарной охране России. С размахом юбилей отметили на Соборной площади в Ульяновске. С профессиональным праздником пожарных поздравили представители духовенства. Ваша работа действительно нашими жителями оценивается на 5, а то и выше, потому что не так уж много очагов порой возникают на нашей земле, но вы оперативно приезжаете и ликвидируете тот или иной очаг. И сколько благодарности, наверное, мы получаем от жителей, у которых вы спасли не только жилище, но спасли и жизнь. Праздничное событие открыл торжественный парад личного состава Ульяновского пожарно-спасательного гарнизона. Следом по главной городской площади проехался парад современной пожарной техники. Помимо привычных красных машин, в автоколонии присутствовали пожарно-спасательные мотоциклы и мотовездеход. Чтобы наглядно показать, насколько профессии опасны и труда, на Соборной площади пожарные развернули серию мастер-классов. На этих кадрах спасатели проводят аварийно-спасательные работы на высоте. При операции используют подъемник и специальные устройства, куб жизни и альпинистское снаряжение. А это смоделированная чрезвычайная ситуация на автомобиле. Спасатели по всем правилам должны оперативно и без вреда здоровью вытащить пострадавших при ДТП из машины, а следом ликвидировать пожар. Владимир Немухов – полковник в отставке, но, несмотря на это, продолжает служить делу всей жизни. 60-летний мужчина возглавляет 16-ю пожарную часть в Ульяновске. Встать в один ряд со спасателями решил еще в детстве. Владимир Васильевич признается, что за все 40 лет работы труднее всего всегда давались операции в подвалах и замкнутых помещениях. По мнению ветерана профессии, пожарными не рождаются, ими становятся. Ну а в их семье желание быть пожарным передалось по наследству. Оба сына Владимира пошли по стопам отца. Профессии должны быть всегда сильные, выносливые и с, как говорится, моральными качествами. Потому что на пожарах можно увидеть очень страшно и больно. Но человек должен справляться с эмоциями и выполнять свой долг. Параллельно на эспланаде для жителей и гостей города работали тематические площадки, где каждый желающий мог еще лучше познакомиться с профессией виновницы торжества. Рената Алиулова, Александр Кудряшов, новости Ульяновской правды.